Постановлением администрации Одинцовского округа установлены места и время проведения крещенских купаний. В муниципалитете создадут комфортные и безопасные условия для желающих совершить обряд омовения. Купели будут хорошо оснащены, оборудованы удобными подходами, раздевалками, палатками с горячим чаем и так далее. Предусмотрено дежурство спасателей, сотрудников полиции, медиков, волонтеров. Жители и гостей округа просят соблюдать меры безопасности при проведении купаний, не допускать массового скопления людей на льду и ни в коем случае не купаться в состоянии алкогольного опьянения.